Владимир Холменко. Подслушанный разговор старой липы с кленом у дома презрения на Расстанной 20. По Расстанно-Лиговской легенде, на открытии дома презрения в 1836 году помимо царя Николая I приезжал сам Александр Сергеевич. Примечание автора. Чудотворное здание липа клену шуршит, образец сострадания христианской души. При царях дом презрения мир спасал от чумы, и ему в поколениях поклонялись умы. Росли на опушке мы, здесь Расстанный был лес. Помним с тросточкой Пушкина, как с подножки он слез, крикнув бравому кучеру: «Обожди, да не пей!» Пушкин был здесь по случаю дня открытых дверей. «Успирай, комаровки мне, хватит зелье глотать! Я в Михайловском, в полдене, сам любил ее брать. Вкус моченой морожки он вплоть до смерти любил. Тут трамвая полночный звон липы речь заглушил. Я домой поспешил».